Всем привет, у нас сегодня хайпер-поп новиночки. Холодное оружие ремикс, который я так и не глянул, забыл глянуть. Shiny Fit, Glendy, не знаю кто это, Каролина. И Дроузи Колди, уйди из моих снов. Дроузи. Походу Колди ушел хайпер-поп, да? Ну, кстати, я вот делал реакцию последнюю на Титаник. Мне кажется, почему-то не заметил. Ну, не знаю. Ну ладно, ты можешь решать, в принципе. Как бы ладно. Интересно будет глянуть. Лайк, коммент, подписка, колокольчик. Погнали слушать. А мне нравится этот тег. Тег классный. Да? В принципе, Дроузи, на самом деле, то есть, куплеты у него мне не очень, а припев классный у Дроузи. Давайте Колди послушаем. Снова убивают, я не могу быть собой. Ну, это отношения, в принципе, трек. Немножко он с такой, знаете, с грустинкой, да? С грустинкой немного трек. Но Колди мне тут больше понравился. Ну, то есть, как бы, мне тут понравился куплет, а припев от Дроузи, припев. От Колди все понравилось, и ихний совместный припев еще в конце классный мне понравился.
А так, чё, трек, ну, приятный, да, то есть он не для всех, как бы, но на определенное настроение, почему бы и нет, имеет место быть, почему бы его не послушать, когда тебе там грустно, да, или что-то у тебя случилось. Ну, или просто такой музыки хочется грустной, да, бывает порой. Хороший трек, но молодцы ребята. Так, давайте глянем сейчас Shiny и Каролина. Ну, то есть Глэйд, да? Погнали. Ага, сейчас не буду плакать. Не буду я плакать. Каролина, у нас будет серьезный разговор. Я тебе сейчас это записываю. Помни, мы с тобой были парнем и девушкой. Каролина, я тебя люблю как любимого человека. Слушай, все добро, будь ты ебаный, от тебя воняет на бедрон. Не хватило денег на кокейн, а каких ты говоришь доходов? Не хватило на рекомен, твой отдел ебаный комен. Ищем промокод на Uber, чтобы прокатить свою подробу. Слушай, все добро, будь ты ебаный, от тебя воняет на бедрон. Не хватило денег на кокейн, а каких ты говоришь доходов? Не хватило на рекомен, твой отдел ебаный комен. Ищем промокод на Uber, чтобы прокатить свою подробу. Моя бабушка читает лучше, чем ваша. Стать собак, хуя. Мы еще висим на трапе. Трап с моим братом Шайн. Мы маршируем на трапе. Как будто бы мой солдат. Это не знаю, это его друг? Или это его одноклассник вообще, да? То есть Шайни, там ему 15 лет, да, вроде Шайни. То есть я его старше на... Если ему где-то 15-5, на 8 лет его старше Шайни. Но вот этот парень как бы с ним, он младше, мне кажется, да? На год младше или, не знаю, на 2, может. То есть голос у него такой еще, как бы, не образовавшийся. Папа скоро выйдет, но нету точно, да. Разлетела и пито, я разъебал. Но, что могу сказать, обложка классная. Ну, мне нравится, реально. Такая приятненькая. Ни у кого такой еще не видел обложки красивой. Он как будто Windows, я читаю лучший опыт. Сейчас делаю все историю, бля, бля. Слушай, все добро, будь ты ебаный, от тебя воняет на бедрон. Не хватило денег на кокейн, а каких ты говоришь доходов? Не хватило на рекомен, твой отдел ебаный комен. Ищем промокод на Uber, чтобы прокатить свою подругу. Я сделала все снова. Чапа на мне, я пыляю громко. Нахуй тебе, пусть и бой без лоба. Но и где твой слайд? Давай уже говори смелее. Ты забоишься даже без. Я даже, я за тебя на все готов, готов умереть для тебя, а ты? А, где текст посмотреть, где посмотреть текст? Текст мне нужен, пожалуйста, есть где-нибудь он вообще? А? Женюсь. Женюс, у вас есть текст? Я просто не понял, где там Шайни был. Ну, фит Шайни, да. Может, я немножко не расслышал? Пока что нет текста, да? Ну, по треку, в принципе, я ничего не могу сказать такого, знаете, прям, ну, ну, не удивил, серьезно, почему-то меня трек этот не удивил, все-таки Shiny God был классным треком, а тут как будто этот Клэнди, да, ну, мне кажется, ему еще рановато, мне кажется, музыку делать вообще этому исполнителю, не знаю, ну-ка, есть у меня треки на Spotify, мне прям интересно, да, как бы, ну, давно он, типа, или нет музыки, а, это его... Второй трек, да, получается. Факов еще есть. Ну-ка, факов, что там такое? У нее тут такой же голос. Я двигаюсь соло, то-то, факон, факон,
добьемся. Сам кузов, выше гор, я вижу сон. Мало год, папа, и ты мне даже смог. Мало ты год. Я сама это не любовь, а ты мне в хули. Мало гляди, ну и хули, порешали тебе. Чухала убьет, факов. Ладно, ладно, хорошо, я ошибался. Есть у него какие-то вокальные данные, в принципе, вот это классная, вот это классная песня, чем, мне она даже сейчас больше понравилась, чем Каролина, почему-то для меня лично. Ладно, давайте идем дальше, ну, как бы, Шайни, ай-яй-яй. Шайни, Угли Стёпа. Так, Холодное оружие, ремикс. Мы слушали это Холодное оружие, Сквор и Ризу. Далее, ну, ремикс для него. Трипсайд. Кока-колы. Обо мне. Где второй куплет? От Ризовой это должен быть. Я как сахарный человек, гонфлат. Она хочет облизать меня. А, это только Сквора, да, ремикс? Это только ремикс. А почему не сделал на Ризу? Ладно, в принципе, он как бы, ну, понимаете, трипсайт, он дает второе это, ну, как бы, как это сказать, вторую жизнь, да, то есть, короче, как бы, короче, очень классно делает, интересно, то есть, ремиксы интересные, но я вот, ну здесь я немного расстроен, то, что нету Ризы, куплета Ризы нету, вот это я расстроен, конечно, я просто, ну, думал, что будет Риза, а Ризы не оказалось. О, второе... Дыхание, да, второе. Дыхание дает трека, во. Ну, поставлю 9 из 10, в принципе, неплохо. Как-то так. Пишите свои комментарии, что еще глянуть, послушать. Все такое. Добавляйтесь в ВК, в Инстаграм. Подписывайтесь обязательно, колокольчик не забываем ставить. И ждем новых видосов. Всем пока.